пал, и друид хилит. Так, у нас в тот раз также хилили, я тоже в хиле. Пишет, в два не захилят, давай спей быстро 20 секунд. Бля, я так ману не успею сейчас съесть. Инер тебе дадут, ничего страшного на первой фазе. Моей безграничной мощи. Сиди, жри что-то. Хотел в штрубель взять, пропали. Прям перед носом. Ма 4 секунды, готовитесь. Фима, мат, да и бетр. Брат. Чума, 4 секунды, готовьтесь. Днаем, беги. Диспелл. Отходи. Чума, 4 секунды, готовьтесь. Чума, ДНМ. Отходи. Чума, 4 секунды, готовьтесь. Чума. ДНМ. Отходи. Шарку еще с рейда забери. Чума, 4 секунды, готовьтесь. Чума не будет, отходим все назад. Рейндж набирайте между собой 10. И спалить не забывайте. Наба, бля, гневный дух забирай. Шипой, пожалуйста, шарики бей. Я хил. Там еще один есть. Скоро еще один гневный дух. Не забывайте станок диспелить. Гневный дух. Другого гневного духа бьем, того клюем. Гневный дух через 5 секунд. Не забывайте станок диспелить, шары бей, мистер Дейбет. Убиваем этого гневного духа, которого убили. ДНМ. Почему я сдох? А, мост ресни ДНМ, пожалуйста. Убегайте все. Ага, дух луснул. Перед лицом духа не стоим. За спину лича встаньте все. Бьем дух. За спину лича все в одну точку. Ровно за спину.
ставите, чтобы полететь в одну сторону. Отдвигаем скорость, чума будет. Заражение не забывайте прохиливать. Войда хилим, не забываем Войда. Заражение прохиливаем с меня. Гневного духа бьем, и чека не надо туннелить. За спину босса встаньте. Поверни спиной, пожалуйста, к луже. Сквернение скорость. Валька хватает, разбежались, все разбежались. Войда не теряем, Войд прожмись, заражение. Прохиливаем. Поставь, пожалуйста, Лича в центр. Что он там у тебя делает, Войд? В центре сейчас будет искренней. Чего будет? Сначала будет лужа, потом Вальки. Хорошо. Скоро осквернение. 3 секунды, готовимся. Рейндж наберите между друг другом немножко. Ну нахуя ты центр. В центр ты ее льешь, ебать тебя неком. Ты что, блин? Про стану не забываем на Вальку. Все ближе к Личу. Вальку все свичнулись. Сальву помогу дайте, Вальку все бьют. Не Лича, а Вальку. Осквернение 4 секунды, 3. Рейндж набираем потихонечку. В середине не насрите, пожалуйста. Кричу. Вадик. Осквернение прокидываем. Заражение. За спину еще. Разбегаемся потихонечку. Осквернение 5 секунд. Нет, потихонечку, это не значит, что надо бежать с ним в голову. 5 секунд. Осквернение. Вальку бьем. 3 хила, хильте. Хильте лучше танка, я пиздец лагаю. Давай, не лагай. Мосс, помогай ему, пожалуйста, там, чем-нибудь. 215 пинга. Мосс и ману. Что у нас опять? Что ты бы не в середину не хочешь ставить? Переход? Вернение. Так, это есть, хорошо. Вальку все бьем. Заражение прохиливаем. Мосси, блин, Мосса мана нет. Гим, прочитай, пожалуйста, на ману. Пока есть такая возможность. Сначала лужа с центра выйдите. Осквернение, 2 секунды, разбежались потихонечку. От Алисы отошли. Порталы спиной. За спину. Осквернение 5 секунд. За круг, пожалуйста, встаньте. Осквернение. Сколько процентов до... Много. Сначала Вальк, потом осквернение. Разбегаем, на мне нормально. Вот, хорош. Валька, блядь, куда она там полетела? Валька, идем Вальку, к Вальке блядь. Все.
Ты со второй точный стандарт. Разбили быстрее. Осквернение готовите, вышли. Быстрее Вальку разбили. РДД добили, РДД добили. Уже отошла. Обходим через центр уже. Скоро переход. Меня выкинуло. Ну чё, заходи. Еще Валька. Валька. Веду вместе переводить. Лича бьем. Все бьют лича, сквернение 4 секунды. Рэнч наберите, срать можете где хотите сейчас. Сквернение, разбежались. Вальке, дайте стан, улетит человек. Что там по процентам не подходит? 1%. Вы, ну, надо было Вальку бить. Вместе с лечом. Разбейте Вальку тоже. То упустите, будете БР. Сейчас отпустит, нет, пусть. Пустит, нормально. Не заходи только пока зима. Рэнч наберите. Скажем, когда зайти тебе. Дух будет стоять справа. Пожалуйста, сфера бей. Сверхом играйте. Мистер Дэй Беттер, сейчас Сала. Это свет. Стал диспельтис там. Мистер Дэй Беттер, надо гимноману тебе сейчас будет дать. Алиса, учись забирай старых духов. А этот новых воев. Диспель Сала, давай. Я побью сверки. Цауники как-то треугольником, что ли, я не знаю. Топа, два сала. Бейте духа, блядь. Сильнее. Добейте одного хотя бы, ебать. Сферы. На сферы не бежим, встаем, блин, на краешек и ждем. Лича хватай. Сало с танка диспелем, бьем духа, захиливаем зеленого бабла быстрее. Быстрее дух бейте. Бабла. Быстрее его зергайте. Через центр не бегите, старайтесь ближе к краям железного круга всегда бежать. Это касается всех Эмили и РДД. Осквернение 5 секунд, стой там, блять, не по таймеру дало. Войда захиливайте. Минус Войд, Войд дает. Есть БР на него? Мост, да все, обосрались. Да. Очень долго что-то били. Отойдите сейчас от нее. Да что отойдите, заходите в лужу и дохните. Заходите в лужу, вы бьете. Дух не должен оставаться на этой переходке, на десятке тем более. 25-ки-то? Ладно. Ну, у нас минус один вылет. Три хила, бля, я хуй пойми, как вы в два хотели это захилить, если я чуть не падаю, бля. Если бы я незыблемости не отдавал, не хилился, блядь, вы бы просто обосрались два хила. Ну, там лагает, он говорит, ну я хуй знает. Хоть лагает, хоть не лагает, блядь. Даем, бежим. Но два хила, когда ты в комнате, они просто должны так хилить, чтобы мне никогда пол хп не оставалось. А кто хилы у вас? У нас Холи Прист, Друид и Холика. Не сагрите Вальку, но он возвращается. Отойдите назад, блядь. В смысле эти два? Я дал на него шилд, дал молитву,
Рухка стану безанул обновление по поводу. Я тебе уже говорил просто... по этому поводу. Вкачиваешь универсальный. Блин, это и используешь связку. Связующее исцеление, великое исцеление. Все. Не, вот они просто в тебя иногда перестают хилка ставать все одновременно. Там не из-за этого. Ты падаешь. Ну и плюс ты не такой мощный. Это дело не в мощности. Если бы я, значит, если бы я знал, когда они втроем не хилят, я бы, блядь, прожимки отдавал. Тут прожимки отдавал. Прожимки, в любом случае должен прожиматься, подойти. Короче, виноват твой, все. Не, пизду, три хила. Если что-то не нравится, баба, берешь БДК, делаешь, идешь танчить, блядь. Посмотрю, блядь. Как там будет заниматься. А вы рыбу поставите? Есть у кого-нибудь рыба? Ставь ТД не свой таймер на жнеца. Поставь там кровь вампира пожми. Да, не рассказывай мне, я танчу это много лет. Ребятка, девочка маленькая. Базарь давай. Вой, просто ты слабый, признай. Сука, не базарьте нахуй, сейчас будете без меча. Че, еду хочешь? Зачарить на ману? Видите, зачарить на ману. Дышь, что ли, блядь? Запускай. Я готов. Да, окей. Давай потом, бабл. У меня регов вообще с собой нет. Если ты мне дашь, я тебя зачарю за эти 40. Турбо. Там у тебя три паладина. Ты хотя бы там скажи, через сколько у тебя там копии пройдут, чтобы не кидали тебе поочередно. Хуйню эту. Я понял. Ты нормально? Я же смотрю за игру. Если мне надо, я вот один раз сказал, это на духе мне надо было. До этого нормально, даже желтым не был. Я не был впереди тебя по агро. И тем более до срыва еще где-то 200-300к осталось. Там на перебежках, да. Ну, но только на перебежках надо будет. Больше нет. На каких? На третьей фазе, что ли? Ну, вообще на перебежках, когда вводишь в это лича куда-нибудь. Там, да от лужи, центр, блядь. 2 секунды до начала боя. Тьма, 4 секунды готовимся. Шаркущего забери. Чума. Шаркущего забери. Чума. Дикость. Салю, помогу пандей, пожалуйста, по турбойсу. Ага, сейчас. Это был сарказм. Ну и жули. Че, мама, за батер, беги. Ты уже отнес. Нет. Ладно, вы заебан, не отвлекайте меня, дайте. Ладно, чума, готовимся. Чума. Диспел. Алису прохиливайте здесь, пожалуйста. Заражение в том числе. Давайте я диспелю. Ты чё? Чума, 4 секунды. Чума. ДНМ. Убежал.
Жарку еще выше. Заражение прохерло. Чума, 4 секунды. Чума, царь обезьян. Уходи. Раньше не забывайте набирать. Мистер Дейбеттер, пожалуйста, бей шарики. Можешь дать гимн на ману. Прямо сейчас. Я шарик этот забью, не беспокойся. Дух бьем. Первого духа убиваем. Второй выходит, начинаем сразу бить второго. Третьего духа не трогаем, его потом будем добивать. Но если не попадает. Дух второй вышел, забирай. Диспелем свой достал. Талисы тоже не забываем. Диспель. Дух третий. Наверное, на него не обращай внимания. Блять. Ну, мосс, реснишь его на переходке, пока хилю в духе своем. Сало, походу, не диспелить. Перед мордой босса не беги, Алиса. Пусть лучше один. Ну, у нас пан это, это вайп. Прыгаем нахуй вниз. Ищем пана, ебать. Пан, ты где, друг? Он вниз полетел вместе с моим телом, блядь. Чтоб мне скучно не было одному валяться. Вы перед лицом никогда дух не бьете. Вот, сука, вот вы хилите, когда я стою спиной, меня пиздит лич и дух, нахуй. И вы захиливаете, ебануться. Ща подниму всех. У меня БР же был. БР, но это не точно. Нихуя не... Хрен тебе. Чё так, Алис? Ещё немножко потерпи. Или вообще никак не получится? Вообще никак, я думаю. Давай, танчи, ёптать. Ну ты вставать будешь, нет? Тогда нам ещё один нужен. Танк, либо дамагер. Пан, ты же потанчишь? Да я бы тоже хотел пойти. Да все, блядь, хули. Или убивайте, или расходимся. Че, она съебалась? Она съебалась. Ну, пиздец. Да. Вот так, блядь, доверяй бабам. Ладно. Знаете, он... Да ну, нам танк еще нужен. Сойло есть, медведь. Вы хотите еще потратить? Но... Заходи за медведя, один трай. Да ДПС у нас хватает, нам не нужен шаман. Да. За какого могу медведя заходить? 244 или 255? Без разницы. Который лучше потолще. Ну я спрашиваю, я могу просто своим вагоном пойти или вагон, нормально? Хватит вагона тут. 60 плюс к. Братан, у меня не такая профа, чтобы прям... Лучше зайди, который не вагон. У меня ни регов нету, ни подходящего для тебя уровня. Три обезьяны, ты, кстати, от автоатаки дух умер? Ну да, он вышел, у меня там ход и веселье. Я ж хитал, блядь, фаза не стояла ФК. Ну и, короче, он вышел прям из меня, по-моему. Там рядом из чувака. И мне говорит, хуяк поебал, и я, ооо, все, пиздец. Ну это понятно, это, наверное, свой достал, не здесь, либо мясанул. Это будет как-то... Либо хуй забей.
Ну, как вариант, да. Да заебись, у меня кап меткость. А там надо, чтобы... Чтоб кап был, там надо 3% шипели сова. Чтоб баф повешали. Так у меня лучше нет, брат. Дойл, ты зайдешь за друида? Да. Я просто ник не знаю. Присани, пожалуйста, в гильзе. Я возьму тебя. Только у нас проблема такая, у нас это, лока нет. А у меня нету такой, я же тебе объясняю. У меня профы качают только, чтобы это кольца зачарить и все себе. Она же у меня не фуловая. А, если что, могу похилить. Бля, подожди. Спросил ману, ты говоришь. А, у нас и так 3 хила. Нам надо танка. Танка у нас нет, у нас Алиса танчит. И она ушла. Давай, кидай. Мона нет, а мы все наверху. Мы пан. Пан, а ты здесь еще? Я там плюсанул тебе, если что. Я тебе же группу давал только что. Это пошло. Еще раз. Шло? Да, да. Теперь Вайда будет пробивать еще жестче. Почему? Потому что нету протобафа. Минус 3%. Не, Войт, ну вот если честно, он, блядь, лич тебе иной раз по 60% с удара. Блядь, так и должно быть. Че вы думали, блядь? Он по 5000 должен бить, что ли? Я не понимаю. Что не, вы, ну блядь? Не по 5, он тебе бывает раз ёбнул, прям, и потом следующая атака 2. Это не бывает, это же не с душ называется, блядь. Учите матчасть, заебали. Ты прям говоришь, как феминистка интерсексуалка. Хуинистка, блядь. Вот если есть такие люди, как вот феминистки, да, они против чего там? Против... За равноправие. За равноправие. Вот так я за то, что, блядь, танки, нахуй, это, ну... Они никогда не виноваты, нахуй. Всегда хилы виноваты. Весь рейд вообще виноват, нахуй. Все должны танкам просто в ноги падать, блядь. И целовать. Ну, смотри, смотри, Зоил, у нас там вальки не убиты. Да, я слышу. А чё, не собрал ты эту 25-ку, да? Да нет, там было до 10 человек, короче. Ну, смысла нет, да. Да мы все равно их когда. Надо понять одну такую простую вещь. Вот жнец душ, вот это очень сложный спел, его объяснять, я вот миллион раз его объяснял, блядь, вот если кто-то не знает, блядь, давай сейчас будет новинка, блядь. Сначала лич бьет 50% от обычной атаки по танку. Тут же вешает на него дебаф, который 5 секунд висит. Когда заканчивается дебаф, он бьет 50 тысяч урона тьмы в 10 обычки, 10 гери, 25 обычки по 60 тысяч, а в 25 гери 70 тысяч урона от тьмы. Урон от тьмы резистится, сопротивление. После того, как этот урон от тьмы наносится по танку, лич на себя вешает уже баф сразу на 5 секунд, который увеличивает скорость его атаки и заклинаний на 100%. То есть скорость атаки лича 2 секунды. И он начинает бить по 0.9 по 1 секунде. И это в течение 5 секунд. За эти 5 секунд он может нанести от 4 до 5 автоатак. Автоатаки у лича, блядь, чтобы вы понимали, блядь. По 30 тонн здесь. Или по сколько тут?
По 30, по 35, блядь. Да нет, автоатаками я тебе и говорю, они... А, с той стороны. Вот, жнецом в тебя влетает, блядь, вот мам не говорит. Но это урон от тьмы, 50 тысяч. Ну... И потом сразу его автоатаки идут. Если он кастует, что-то заебись. Если танк есть, который не тупой, с ретанки, то заебись. Если хилы есть, которые спамят хилом, то заебись. А если все еще и дефом прикрывается, то и вообще охуенно. Кто-то упадет. А если еще ДЦ шилдует, то вообще ебать. Да пизды, там ДЦ шилдует. А если еще сапроты выпить, то вообще жопа. Я за свою практику танкования встречал такую хуйню, что мне в незыблемость 4 атаки прошло за 5 секунд. Но у меня была незыблемость. Это 25 гейм. А можно по медведю кулак 10 минут? Если бы я был без незыблемости, там было бы 4000 по 50 тысяч. Босса запустил, отпивайтесь вот. Там. Вот не считай, какой это дамаг, это большой дамаг. Это правильно, будет... в черепе его танчу, да? Шаркающего, да. В кресте шаркающего, мы стоим в черепе. А, я этих собираю? Да ну нахер. Не забывай, тебе надо иметь при себе минимум одного шаркающего и одного маленького. На воид да каску. Бабл, бафни каску нам. Бабл, паладинам каску дай. Всем палам дай каску. Палам, паладинам каску. Каску паладинам бафни. Бафни паладинам каску. Успокойся, блядь. Ладно. Шарк еще вышел. Чума 3 секунды, готовимся. Чума. Диспел. Мелкого этого забери. Угу. Чума, 4 секунды, готовимся. Чума. Дикость. Раньше времени лучше не отбегаю. И надеюсь, на хилов я не мог чуть-чуть в этот разлак. Кто? Мы? Не-не, я просто говорю, бывает. Шаркующего забери, обязательно шаркующего. Чума, 4 секунды, готовьтесь. Чума, царь обезьян, беги. Заражение прохиливаете, хилите, пожалуйста, друида и воина. Нормально прошибает. Чума, 4 секунды, готовимся. Чума. Дикость. Диспел. Ушел. Вурдалаков. Ой, заберешь вурдалаков этих переходки. Пытаться уешить. Заражение прокидывайте. Скоро переходка. Еще одна чума будет, чума 4 секунды. Не обещаю, пускай паны хавуешь. Чума. Зеленый бабл. Зеленый бабл. Угу. Залицо, вот, конечно, опасно. Пана, уешь. Повиновение врубай. Да, херач, короче, ретрика уешит. Диспелить с мишки не забываем, к нему близко не подходим. Гневный дух появился, с танка диспелим сало.
очень много. Ну ладно, мелочь это херня. Бей, да и бета повел шарики. Гневный дух у меня. Гневный дух у меня. Ничего страшного. Заберет Войт, отойдите все ближе к краю. Войт поведет чуть-чуть подальше его. Или да, или пусть там стоят. Забей, стойте там, мистер Дейбеттер, гневный дух. Этого духа добиваем, которого сейчас бьем, шарики бьем. Это Мишка, пожалуйста, залей и царю обезьян маны. Не надо. Пусть зальет. Я сейчас треснуюю. Ладно. Не бегите вы. Гневного духа, которого мало хп сначала убиваем, с танка сало диспелем, ближе подходим к боссу, к спине, в одну точку. Это вам для 25-ки. Валик схватил осквернение, скоро разбежитесь, просто по кругу разбегаться далеко не надо. Войск, на духа осторожно смотрите, он отдыхать может. Войда не теряйте, Войда самое главное хильте. Осквернение 3 секунды мозг. БМ, конечно. Незыблемость пошла. Духа хуяйте быстрее. Духа сейчас весь рейд сыграйте. Кто проебете, блядь. Сразу разбежали. Разбегайтесь. ДНМ. Войда не теряйте. Видите, пожалуйста. Вальку бьем все. Я бьем Вайку. Заражение проходит. Царь, не беги в центр сейчас. Лужу в центр не несем. Все нормально, успокойся. В тот раз я вообще охуелся. Осквернение скоро. 2 секунды. Вот эти. Отлично. Скоро вальки ближе к лечу подходим. Один хуй в центре раз. Да это нормально. Если рядом с другой уже. Вальку бьем. Зел, у тебя там КД не слетело, заражение прохилим. Для чего? Это озарение кинь на какого-нибудь хилого. Мы уже разбежали, с центра вышли. Смотрите за таймерами. Блин, не разбив... Блин, выбегай нормально, как можно быстрее. Бежит, ничего там не будет. Заражение. Скоро вальки. Блин. Да? Полетит. Но она не полетит в лужу, она полетит правильно. Вот, смотри. Осквернение не скоро разбегитесь немножко. Сбивайте. Самое главное. Войда, хильте, Войда. Блять. Все, пизда. А хули уже, да хули толку нахуй. Блять, вот так вот хилы, блять. Ну вы чё, продолжите? Или нет? Нет, вы, у вас минус один как минимум кто-нибудь. Либо пан, который есть, когда что хорошо, либо я. Кто-нибудь один будет валяться. Я хуй знаю, где вы там два хила чё захиливали. Это, наверное, танк у вас там 284 был, нахуй. Нет, я 284. Был танком, меня отливали. Тимка был 253 или 4, когда мы убивали Лича. Я в ДЦ с Машей хилом. Так я вот... был ДЦ 255. Так вот хилы, значит, дрочат хуй просто. Я не знаю, как это комментировать. Ну, у нас в тот раз Маша просто божила нереально. В
весь вообще рейд всегда должен знать о ЖДЦ. Вот он кидается, он кинулся на меня. Все уже должны об этом знать. Ретрики с каплями, ДЦ с зубами, все 5 хилов должны хилить танков. Такого, блять, хуйни не должно быть. У меня прожимки не бесконечны. Я заметил тебя. Один раз ХП до 70% получает прохилили. Я не знаю, ты там что-нибудь нажал, не нажал прожимку. Потом еще раз упал, и третий раз бабл побежал вокруг лужи и, короче, просто не захилили. Нехуй бегать мне не пополам. Оно закрыло просто. Фотки это до пизды. Тут за 5 секунд влетает дамага, блядь, 200 тысяч. Да, точечный хил нужен. Точечный бурст нужен. Три, чё там, три ходки. И они висеть должны. Жнец поверхности, они уже должны висеть. И хуяришь покрытие. Если видишь, просадила меня на 70%. После покрытия сразу тыкаешь быстрое восстановление. Хулиприст, ДЦшник, блядь. Связующая и великая должна кастовать. Не знаю, как ДСшник, там он зубы не дает. А холиприз точно, связующая и великая. Чередовать, бля, без остановки. Там два раза череданешь, бля, и пиздец, и жнец кончится. А холипал свет небес. Резните, пожалуйста, его. Зою. Вы сами видите, падает танк, падает рейд. Все, от вас все зависит, от хилов здесь. Тупо все от вас зависит. Еще отправим, да? Ну да. Я 20, просто 20 на втором минут. Окне там виклик делаю. Это не шуточная хуйня, это вам не яма, а обычка. Так что он там 50 тысяч тьмой ебашит. Каску. Каски не хватает на многих. Каску по ДК. По другим. Да он ел, походу. Че, рыбка была? Нет. А на всех все есть? Еще раз чек делаем. Каска на присе есть, царь обезьян. Я тут. Угу. У нас как-то на циркуле лича. Ну не лича, а вообще всех мобов сломали. Ну какую-то автоатаку мы сделали, то ли она там неправильно как-то рассчитывалась, формула. И там, короче, лич бил в обычке 50 тысяч. Вот мы его убили, или там весь 77. Вот. То, что мы тогда делали, похоже примерно на то, что сейчас. Пробивает не по-детски. К этому надо быть просто готовым. Ты кричи, Женец нам! Царь обезьян, ты знаешь, короче, когда лужа выливается, вот когда сквернение кто-то там идет выносить, ты хиль Войда, потому что в этот момент как раз я танк остается без хил. Я на том осквернении кидаю шилд, чтобы он быстрее выбирал. Не-не, это нормально, но я имею в виду после этого с первой цели это Войд. В принципе, так и делаю. Слышишь, напомните мне чисто, что мне потом надо делать еще? Я позабыл для второго танка, что он тут еще. Духов помогать ловить. Смотреть за жнецом. Ну и все? Духов и все? За нет, еще за танк. Чума 4 секунды. Готовься. Чума. Носа. Рано диспелли у царя обезьян. Потеряли чуму первую. Диспельте до конца. И не должно быть. Чего раньше времени-то диспеллить?
Баба, зачем ты так беспылишь? Наверное. Он нормально. Чума, 4 секунды, готовьтесь. Пожалуйста, вовремя засыпайте. Чума, ДНМ. Диспел. Ушел. Ан, ты прям можешь ауешься в этих адах, которые рядом с тобой. Шаркующий появился в РДД, заберите шаркующего. К танку пошел, это обязательно надо. Чума, скоро чума, готовимся. Чума, мы да и беттер, беги. Диспел его. Диспел, беги. Давайте сразу пойдем еще один трай и все. Падайте нахрен вниз. Тут очень много. Это чума не разгонится, долго ада будут умирать. Все, всем доброй ночи. Давай еще один трай. И все. Надо нормально один раз сделать и спать спокойно. Мусорить сейчас все. Да, это непростое испытание лич. Кидала, блядь, кидок. Ну все. Все представили себе, что это такое. Ну, когда персты себя начнут диспелить, я не знаю, или когда хилы начнут хилить, блять. Сука, меня берет в комнату вайп, блять, меня выносит валки, это вайп, нахуй, о чем речь, блять. Почему я, блять, 6:30 утра, нахуй, должен вас хилить, нахуй, потеть, блять, а вы, блять, свои кнопки не можете нажать, уебище ебаные, ебаный сет. Все сказал. Всем доброй ночи. Хорошо.